вот откуда я знал, что ей сказать? Кто я? Значит, знал. Знал, и потом пошла волна, накрыла. Вот я ее увидел все сразу, вот она. Я знаю, кто это. Я ее знал потом и сказал ей все, она... Ты с ней был знаком? Это сучка, да. Да, у меня много. Немножко крови. Ну, немного. Немножко сучка. Попортила крови. А потом, да. Посмотрел на нее. Это она вот самая испорченная, на самая на контакте была. Это подруга императора. Она, собственно, и ждала, и звала прихода этой твари. И им нужно было возможность сопротивления убрать. Для этого нужно коммуникации прекратить. Для этого нужно было прекратить производство спайса. Вот у них были самые большие запасы, и они хотели другое производство закончить. И они призывали тварь. Они еще не знали, что они тут напризывали. А мы, как всегда, впереди на лихом коне для организации встречи. Тормозим движение роя. Как можем. Я того человека вижу. Какого? Который был моим отцом обратно. Синие такие любопытные смотрят на... Когда мы обсуждали, они уж туда слетали, посмотрели. Запусти их туда, пусть смотрят, что там и как. Интересно же. Пусть расскажут тебе, что не хватает. Посидят. Пусть мне расскажут, что было, как война шла. Странно это все. Моя мечта осуществилась, хоть дистанционно, но осуществилась. Я хотел когда-то сказать. Лично вот сказал. У вас отношения с ней какие-то были? Я тебя умоляю. Старая ведьма. Да? Карга, конечно. Она свалила просто. Сознанием в рой. Просто пересилился. Это вещество могло открывать много порталов. Я просто раз пересилился. Сбежала. Прикольно, ты же мне говорил, где на кино посмотреть. Я так до него и не добралась. Так и не удосужилась. Не случайно. Что было бы неинтересно. А я как чувствовал, что там что-то да есть. Да, ты говорила. И что-то еще другое говорила. Я что-то другое посмотрела. Атлас. Облачный. Облачный, да. Еще что-то посмотрела. А до этого так и не добралась. Посмотрела, это 80 какой-то год там фильм. Думаю, а старый, потом когда-то посмотрел. И так я о нем не забыла вообще благополучно. 84-го года. Не Уоррел 84. Сейчас Чудо-женщина 84. Что-то в 84-м году там. Ключевая какая-то дата, они ее просто наполняют. Отсылками. Ну как накачивает эгрегор Оруэлл 1984. Вот это вот утопия.
Антиутопия. Угу. Блин, ну как я реально, блин, помню это, а? Угу. Вот посмотри, вот этих вот ведьм у этих. Прически какие. Глаза у них и там странные. Угу. Как белая радужка вот так вокруг зрачка. Угу. Ну цвет-то какой, почему радужка? Не знаю, вот здесь зрачок там такой мутный, как радужка мутная на этом, на зрачке. Угу. Искажают видение, уже начали. Прически. Не знаю, как-то или гладко, или лысый. Или гладко зачесанный. Да. Наполовину. Лысые. Зачем-то. Сверху. Впереди. Вот так. Угу. Как угу. Полоса. Угу. С какого, не знаю, зачем? Как личности стираются, чтобы входил этот шнур серебряный лучший. ХЗ. Чем они занимались? Те женщины. Да ничем они не занимались, медитировали в основном. Школа какая-то, занятия какие-то, они ничем не занимались, ни хрена не делали. Что за школа? Обучались они, видению обучались. Угу. Там они много. Угу. Они там сенсорики обучались, это как жрицы какие-то были. Угу. Они там сенсорика обучались, смотри. Потом эмпатия, потом еще какие-то вот-вот-вот-вот-вот угу. Что-то. Они должны были служить при ком-то, и поэтому там и этикету их учили, как при дворе они должны быть, или при каких-то господинах важных, угу. Ну, при дворах каких-то. Их угу. Учили полностью, языки они учили, этикет они учили, и медитировали они, и больше нифига не делали. Угу. Только вот такое вот. Да. Как советницами они были или советовали, ну, угу. Как жрецы, вот что-то угу. Такое. А цель как... всего этого вот? Для чего их учили? Угу. Цель всей школы. Должны... Ну, они должны были, по идее, советовать и учить, угу. Как правильно поступать. Но на самом деле, такое впечатление, что какие-то шпионы они были. Угу. Чьи? Они объединяли, да, этой второй терги они и шпионили. Они при каждом дворе должны были быть поставлены при таких важных, на ключевых местах, и они должны были как подталкивать, руководить, подсказывать, ну, советники. А еще? Кроме того, что подсказывать и входить в транс, и шпионить.
Нет, не вижу каких-то других их функций. Генетика, посмотри. Они не должны были рожать. И замуж не должны были выходить. Это не было преемственность у них. А если рожали, то есть совсем не рожали? Если рожали, это было наказание. Или на нарушение. Не должны были. Ну, как у нас вот эти монашки, наверное. Угу. Можно выйти оттуда, но вообще-то нельзя. У них не было семей. Там. Они посвящали себя вот этой школе, этому ордену, этой школе, кому-то, вот и все. Угу. Ну и больше. Они были какой-то закрытой кастой, закрытой группой. Угу. Как некоторые семьи и девочек оттуда давали в эту школу, а между собой семьи тоже обособленно было, были, не смешивались. Угу. Как вот отдельно, отдельно, отдельно mm-hmm. все. Но все-таки. Что? Не поняла, прости. Рожали? Могли родить. Только я не вижу, от кого они могли родить. Там все сложно. Вот они были при дворах, а что? Совсем никак не контачили ни с кем? Ну, с правителем контачили. Вот, как контачили? То есть они наложницы были? Ну и... Смотри. Но они не были женами. Не были. Нет, это не жены, наложницы, да, возможно. Вот идет что-то среднее между жрицами и гейшами. Угу. Если так в нашем понимании. Угу. Войну помнишь на планете? На планете войну, помнишь? Купола взрывали. Угу. И там, где были не купола, а там, где было что-то другое, тоже взрывали. Там, значит, жизнь была не только под куполами, потому что в пустыне в этой вижу взрывы. Угу. И бои за городом вижу. В космосе перехватывали. Самолеты, только не самолеты. Угу. Не на планете, на пространство около той планеты. Это не космические войны, как звездные войны. Это вот где-то рядом. Такая тоже техническая цивилизация более-менее. Угу. В то же время какая-то вроде и отсталая, вроде и техническая, фиг поймешь. И межпланетные перелеты, и в то же время как-то все воды нет нормально покупаться. Ну, потому что вся планета такая, нет там воды. То есть, может, когда-то и была? Как я там родилась-то? А я как? Меня как ждали, что я там рожусь. Угу. Потому что какое-то было как
не меня ждали, но вот какое-то было предсказание. Ну-ка, вспоминай, какое предсказание. Там что-то о тебе завязано было. Если верить книге, то да. Не знаю, верит ли книге. А я тут при чем? Как-то и обо мне, и о тебе что-то. Ты меня и там не любил, не? Войнушки. Всегда недолюблю. Откуда ты прилетел-то? Я рассказывал о родном мире. Если ты это еще вспомнишь, будет вообще замечательно. Практически такой же, только квантовые компы у тебя были. Ты еще у нас искал, как найти. И спрашивал, почему нет. Или квантовые, или какие-то технически более развитые и, скажем так, более богатая планета, которая та, которая что ты, где значит ты был. богатая? Как бы это сказать-то, для жизни больше приспособленные, скажем так. Более плодородная. Но вот для жизни лучшая она была. Потому что на нас ты смотрел, как на дикарей. Мы как где-то были вообще там далеко-далеко, а ты где-то ближе к центру Вселенной. Опальный принц. Почему опальный? Вспоминай, почему. Ну, что-то такое. Да, там какая-то вот идет узурпация власти, еще что-то кому-то должно было одному достаться, досталось кому-то другому. Там какие-то внутренние дворцовые разборки. Почему-то даже не тебя, а, по-моему, твоего отца еще лишили этой власти. Или тебя, не знаю. Ты Но точно где-то... книгу не читала, да? Какую книгу, Илья? Ты же сказал, вспоминай, что ты рассказывал. Вспоминай, Ну, вспоминай, да, ну, я все вспоминаю, верно, что ты вспоминай. рассказывал. Ты говорил, что у вас там водопады есть, реки есть. Вот это мне больше всего было интересно. Да. Как эта вода льется с неба. Да. Еще когда ты был маленький, она тебя убить хотела. Я рассказывал, как? Нет, не помню. Может быть, и рассказывал, но я этого сейчас не вспомню. Отравить хотела или убить хотела, не могу сейчас вспомнить. Но она тебя как-то убить хотела. Предсказание это было, нужно было убрать сразу. Было предсказано, что ты разрушишь и свергнешь. Там какой-то союз тебе должен был быть.
Ты то ли хотел, то ли не хотел. Ты это помнишь? Я боюсь, что эти воспоминания все идут с книги. Но я это прочитал не книгу. Но я это не читала. Ты не читала. Там настолько в подробностях все написано. Вспомнил это оружие. Какое еще было у воинов, помимо этого кинжала? Стреляли. Как? А чем-то таким, как дротиками. Маленькие такие стрелы, вот такие небольшие. Они тоже пробивали все. Больше никакого не помню. Еще. Что ты такое? Падаешь и все. А вот, зачем вот это было? Ну я просто показываю, я не знаю, как она действовала. Просто на человека вот так было, Илья. Вот он ее так телепало, и он падал. Это не разряд электричества, это что-то другое было. Вокруг него свечение голубое, и он дергался и падал. Зачем Рой все это показал нам? В фильме и в книге. Что это была неправда, значит? Чтобы стереть, убрать, отсечь, да? Фантастика. И этих баб нужно было обезопасить тут. Чтобы никто, считав с них инфу, не понял, а это ж фантастика. А у них прям блуждающее сознание, то есть один раз с какого-то периода они принимали в себя это сознание. Вот это сознание покажи, и пусть стирают все, и диагност, и программист. Там уже волна пошла. Нет, некоторые еще держатся, штучки три, так и за руки взялись и держатся прям. А у меня все какие, да. Стараются. Я же все равно загляну внутрь круга. Девоньки, я тут. Ути-пути. Ау. Так, знаешь, пуф. Пуф. Это час весело, когда ты я был маленький, они очень крутыми были. Теням их. Теням. Да, они были наложницами. Потому что так управлять проще всего мужчиной. А им нужно было секреты выуживать. Механизм контроля великих домов, да и вообще всех. Плюс, смотри, генетическая программа все-таки была. Они рожали только мальчиков. Только девочек. Смотри. Вспоминай. Только кого-то. Как хочешь. Кого-то, ну, можно было, кого-то нельзя было. Почему? Кого?
кто-то мог потом, а кто-то... Этого я не помню, или я только помню, что там была программа кого-то можно, кого-то нельзя. Кто-то получался, кто-то не получался. У них какое-то вот как хромосома, ну, по нашему пониманию, нарушение какое-то было. Только девочек. Они выводили ту, которая сможет посмотреть. Получился я. Мама нарушила приказ. Больше никто не мог смотреть. Не хотели вывести девочку, которая, как и тварь, заглянет туда и станет богом. Все с ног на голову. Вроде, знаешь, развитая цивилизация по типу средневековья какого-то. Угу. Непонятно. Угу. Средневековье тоже придумано, ну да. Ну вот как у нас придумано средневековье, скажем так. И вот эта вот идея передачи всего через женщин, да? Вот она. И власть женщин, по сути, фактическая. И управление. И только они знают, от кого они рожали. Это всегда так, только ну, женщина знает. Так. Как хорошо было у папы короля драконов. Угу. Вообще не такой. Но там тебя не было. Там был дракоша. Это другое. Молодой 200-летний дракон. Это был друг. Угу. Который потом спрашивал, ну что, совсем? Я говорю, да. Он другого ответа ждал. Как так? Ладно, отвлекаемся. Совсем. Тушкана вспомни, двуххвостого. Какая-то зараза двуххвостая была, реально двуххвостый прыгал там. Прыгал, а хвост для балансировки. Еще он немножко как бы летал тоже хвостом. Да, чтобы поменять. Двуххвостый такой, да. В книжке и Тушкан есть описаны. Это я уже помню. Да. И змеи странные, плоские. Да. Как пояса. Мир вообще был странный. Да. Небо вспоминай. Небо? Угу. Оно какое-то было желтое или бежевое, или оранжевое, какие-то такие, но не голубое. Ну, оттенки какая, планета такая. Там голубого вообще нет. Да, не голубое точно. Не помню, чтобы было. Дюна, она и есть дюна. То есть это не песок, потому что песок в нынешнем виде у нас это продукт переработки от урана, руды. Не, это земля пережженная. Это вот такая, да,
Да. Глинистая пережженная земля. Выжженная такая, непонятная. Странная. Я здесь эти. И в землю зарыто что-то было вокруг оазисов, как ограждение, чтобы эти большие метро не лезли под город, чтобы не разрушали, как отпугивающие что-то там, волны какие-то были, и отпугивали, и они тогда под это не лезли, под купол, чтобы не разрушать. Верно. Ну, блин, помыться там не хватало. Вот помыться это реально. Заходишь, и как сухой душ, такой струйный какой-то, чем-то тебя как пара и обдает, такой не очень горячий чем-то. Шух. Это невозможно было ни помыться, ни голову помыть, ничего. Это херня была. Сухая вода, да. Что-то по типу сухой воды, вот реально. Испаритель, ионизатор. Вот, она как бы вода, но она как воздух. То есть она как сносит вот грязь, но... Но не дает влаги. Да, это не вода. То есть там, не знаю, 100 грамм воды на все тело. Была такая штука. Не знаю, откуда там кислород брался, но как-то вот так, да. Под куполами, вот под куполами было много растений, именно под куполами вот такие вот. Держали, да. Да. Но тоже воду и аккумулировали, и ловушки были, и много чего. И поля какие-то. Как держали. Странно это. Что еще добывали, помнишь? Может, что-то добывали? Да, что-то добывали. Какую-то технику, там... помнишь? Такие, как экскаваторы огромные. Такое помню. Чего они добывали? А фиг их знает. Что-то добывали такие большие экскаваторы. Они там не под куполами, они там ездили за куполами. Угу. И еще, как ни странно, там были залежи чего-то такого. Если бы по-нашему это как уголь. Когда-то там была вода много на этой планете. Потом что-то произошло, и ее все не стало. А вот что произошло, этого не помню. Что-то на дне еще было. Угу. Под этим слоем выжженной земли он на несколько метров вглубь выходил. Вот эта вот земля выжженная, там что-то было внутри. А вот то еще можно. Ну, это такая ерунда какая-то была. Типа местная, для местных там цели. Это было. Вспомни, что большие экскаваторы добывали. Нет, там полезных ископаемых больше, но никаких я не помню. Что-то очень жидкое было, очень густое было, ну как жидкость, но этого было мало. Это как заправляли что-то, как топливо какое-то местное. Но этого, ну, не столь много было. Экскаватора для этих целей не нужно было. Что-то другое. А для чего экскаватор, это фиг его знает. Я только видела, что помню, что были. Они такие, как платформы огромные, такие экскаваторы. Ну, это именно экскаваторы, как там, или... Как выглядело? Трактор какой-то большой.
сзади что-то там, как это, или орала, или, блин, ну не знаю, что она делала, ну что-то делала, ну трактор какой-то, или машина, трактор скорее, такой, платформа большая. Не знаю. Когда дело приходит к технике, касается, то там общение на уровне тынь-тынь. Помню первый сеанс тынь-тынь. Вибрации, стоячая волна, все понятно. Но я же все видела, только да, объяснить, как собака, все понимаю, все понимаю, но сказать не могу. Точно вот как эти собака. Эти большие, как вагоны метро, они вот эту вот субстанцию, они как черви через себя пропускают, и вот это вот, там то, что они плюются, это настолько мизерно, и даже кристаллов очень мало. Это только вот редкость очень большая, кристаллы. Это вообще, вот мне эти два кристалла достали, которые я вот потер, это вот настолько редкость, что... только у местных и все прочее. В основном это из земли. Вот они через себя пропустят. Эту землю снова перерабатывали и выжимали экстракт, делали. Вот это вот вещества. Вот они там очень-очень мало землю пропустили. Там немножко осталось вот их этих секреций. Потому что жидкости вообще мало, воды мало. Но они как-то пропускают через себя. Эти экскаваторы, типа, эту землю. Эту землю снова рыхлили, перерабатывали, чтобы вот эту вот грамульку вытащить. Вот это основная добыча была. Кошмар какой. Угу. Я думала, они плевались, а это они через жопу выплевывали. Да, да. Если человека перерубить лопатой, он дружить будет, с тобой нет. Примерно так. Там эти большие червяки были. Я все равно как метро вижу. Угу. Да. Что еще с ними делали местные? То бишь ты. И такие, как ты. Смотри. Я ничего не делала. А мне охотились на них. Как? Если они уже додыхали. Раньше нельзя было. Там у них какой-то возраст был, что они уже плохо работали, секреты и мало. Тогда можно было что-то с ними сделать, раньше нет. Угу. Как молодые, продуктивные, слишком много, а потом меньше, меньше. Не знаю, что они делают. Угу. На что-то охотились, а вот на что? Вот не могла я где-то туда поближе к центру родиться. Ты все могла. Ты все. Но выбирала, как всегда, туда, да. Наихудший вариант. Легких путей не ищем. Ладно. Ну то есть что вспомнить. Думаешь. Теперь уже. И ведь мы же не помнили прошлое. В этой вселенной я еще помню как-то там вот. Ну, Катю это я давно знала, что я это она, это я давно-давно знала. Еще до того, как вообще о чем-либо знала. Вот эту девочку уже с тобой работали, увидела. Я еще тебе рассказывала. А все остальное. Я тоже как только-только оклемался из ящика, можно сказать. Что-то еще было, как мельком, а потом туда. Было. Было это еще не конец истории, но сейчас нам бы это переварить как-то. Сейчас, да. Вспоминаю потом, эту жидкость. Потому что как-то... Колбасит, пойду я посплю. Сейчас.